27 июня в соответствии с указом главы Луганской Народной Республики в нашем государстве празднуется День молодежи. Существование этого праздника в календаре вполне оправдано, потому что те государства, страны, которые думают о своем будущем, они заботятся и о воспитании подрастающего поколения в том числе. Очень приятно отметить, что в молодежной политике нашего государства происходят положительные изменения. Сегодня молодежь — это не просто школьники, студенты, рабочие, служащие. Сегодня молодежь — это общественная сила, которая имеет желание и имеет, самое главное, возможности проявить себя на службе у государства. Сегодня очень активно работает Луганский молодежный парламент и молодежные советы на территориях городов и районов нашей республики, в том числе и в городе Красный Луч. 27 июня, во знаменование этого праздника, в Красном Луче также пройдут мероприятия, как и на всей территории Луганской Народной Республики. Накануне, 26 июня, состоится торжественный прием главы администрации здесь, в администрации города, с молодежными активистами, лидерами студенческого самоуправления, с членами молодежного совета, представителями молодежного парламента Луганской Народной Республики, для церемонии награждения самых активных, самых отличившихся вот за период одного года. Торжественный прием построен на подведении первых итогов работы молодежного совета и обсуждении взаимодействия с молодежным парламентом и построению планов на будущее. Нужно сказать, что у нашего молодежного совета есть и чем поделиться, какими наработками, и есть планы дальнейшей работы, и их наши активисты хотели бы обсудить с главой. Речь идет о ряде социальных проектов, которые молодежный совет планирует воплотить на территории нашего города и, возможно, затем на территории всех наших поселков и городов, входящих в состав Красного Луча. 28 числа наши молодежные активисты будут присутствовать на торжественном мероприятии, которое пройдет в Луганске. Для этого праздника мы также подали на награждение самых наших активных представителей молодежного совета и парламента, которых, я думаю, вручат благодарственные письма, грамоты уже на уровне главы республики и Министерства культуры и молодежи Луганской Народной Республики. Что касается праздничного мероприятия, его готовит Дворец культуры имени Ленина. Пройдет оно 27 июня в 19 часов на аллее у Дворца культуры имени Ленина. В программе концерт лучших молодежных исполнителей, конкурсная программа, которая построена с учетом вкусов нашего молодежного поколения. Я думаю, что будет весело. Праздничная программа повторится для молодежи и 29 июня в несколько другом формате, в плане летних вечеров. Начало 18 часов. Эта программа будет состоять из двух частей. Первая для более старшего поколения, ну а вторую мы, конечно же, посвятим нашим именинникам, нашей активной молодежи. Я думаю, что проведем этот праздник вместе, задорно, как и, впрочем, обычно. Что касается работы с молодежью, она у нас никогда не заканчивается. Уже сейчас молодежный совет, подведя первые итоги, намечает планы на будущее. И с осени, когда дети возвратятся с школьных каникул студенческих, мы возобновим собрание молодежного совета, общие мероприятия с молодежным парламентом и администрацией для того, чтобы в следующем году мы также могли подойти с осязаемыми реальными результатами нашей работы.